Что-то хорошее под серебряным дождем. И концерт группы «Виа Татьяна» продолжается в прямом эфире нашей программы «Что-то хорошее». Хорошего вам настроения, друзья. Творческих успехов. Побед. Мы сегодня ставим абсолютный рекорд концертов в нашей студии. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят, а парни важности полны, придирчивы ужасно. И остаются в той стены, пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя. Сегодня праздник у девчат. Сегодня праздник у девчат. В серебряном дожде. Сегодня праздник у девчат. Сегодня праздник у девчат. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то. Они статистики назло опять придут в субботу. Придут девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя. Swing, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль. И это очень хорошо. И мы без остановки, нон-стопом продолжаем, точнее завершаем наш концерт. Это